Всем привет, кто заходит. Сейчас потихоньку начнем. Сегодня выходим позже. Может, даже будет удобнее. Так. Ну все, начинаем. Сегодня тоже рисую на акварельной бумаге, не в скетчбуке, формат А5. Привет, Наташа. Ну хорошо, вечером, наверное, дел побольше. Семейных. А я наоборот, сегодня днем была занята, поэтому решила перенести на вечер, чтобы совсем не отменять. Желаю вам скорее улечься. Если что, возвращайся. Если не будет слишком долго, то, может быть, и акварелью решу порисовать. Всем привет! Hello everyone. Welcome, welcome. Будильник, черт. Ну ладно, я чуть попозже начала, поэтому в 10, ну, по нашему времени. Постараюсь не забыть.
Хорошо, хорошо, поставлю. Так. Все эти манипуляции, конечно, так они мне не нравятся. Отвлекаться неохота. Я уже забыла, как здесь все ставится. Так, 22, 0,5 пусть будет. Все. Поставила. Так, сейчас слева начнется самая интересная часть. Там как раз та самая каша, о которой я обычно говорю. Много всего. И надо это как-то... Если что, сейчас я вам покажу, что мы сегодня рисуем. Сегодня в компании клиники. Так, чтобы было удобно. Так, вроде все хорошо видно.
Так. По-моему, я очень-очень-очень-очень промахнулась. Прям даже внимания не обратила. Катя, привет. Вот это вот все было неправильно. Так что я сейчас буду рисовать поверх, а там что получится. Хола, хола. Hello, new life in Malta. Again and again, glad to see you. Hello, hello. Where is this place? As I remember, is in Greece, but I don't know exactly where. The only thing I remember it's Athos, as I know, Athos, some island maybe in Greece, some church, something like that. I will try to ask the owner of photo where is this place, and I will tag then when I will share the result. And now a lot of stones in this area.
There is someone who is drawing with me, or going to draw, or just looking, everyone. Thank you.
эфир.
Итак. Now I have to finish because I have to save this video, and I will be back in 5 minutes just to finish the picture.